Следующий тренинг, который я буду вести, это интенсив в Варшаве, сразу говорю. Вот, это мастерский интенсив, в котором могут принять участие новички, но для новичков будет сложно, но это возможно, да, вас быстро поднимут уровень те, кто уже прошли два тренинга, да, по базовым заданиям. Но мы будем делать мастерский интенсив, в котором 9 календарных дней, будет полное погружение в тему, будет интенсивный тренинг. Огромное количество женщин в Варшаве. Здесь просто мека именно девушек, разговаривающих на русском языке. Этот сейчас клитор Европы. Варшава является клитором Европы. И в Варшаве именно поэтому мы решили провести интенсив, потому что находится безумное количество молодых женщин, на которых можно тренироваться. Лучший вариант – это Варшава. Из всей Европы, там Англия, даже там ближайшие европейские страны, да, не обладают таким количеством красивых женщин, которые находятся сейчас в Варшаве. Это так, я путешествовал по всей Европе. Ну и будет, я уже говорил, тренинг в Кабдаге для особо любителей разврата. Развращаться будет тренинг в Кабдаге. 1 августа стартует тренинг в Кабдаге. 17-го я начинаю тренинг в Варшаве, интенсив. Записывайтесь. Расписание на сайте. До новых встреч с вами. Пока.